Да, это стоп. Ring home. Тем не менее. Скажите, сейчас будет слышно музыку? Слышно. Спасибо. Я теперь знаю, что нельзя на максимум ее ставить. Ну, так я тоже нельзя. Так я знаю, что тоже нельзя, блять, на максимум. Там где-то процентов на 50 ставишь, нихуя не слышно. Да и видосы так же. Ставишь на 50%, все. Но Влад этого не знает, поэтому ебашит на всю сотню. Да, Владик? А? У меня все время, блядь, на 10%. А хули мы слышим? Илья, у Влада микрофон. Профессиональный, да, Лёха, извини, я знаю, я знаю. Идеальный. Идеальный? Анальный? Я хотел сказать, и ты это сказал, сука. Не знаю. Ально! Кузя! 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 Кстати, Лёха... Я хлебал саппорта, да вообще жопу. Кстати, Лёха хлебал свой чуть-чуть спалил на видосе. По сути. Блять, ну как бы... Я когда ФНАФ снимал... Всё было по плану! Всё было по плану, да, Лёха? Я ФНАФ снимал, у меня тоже ебало, блять, было видно. Ах, у них там чё, Зелен... Это, топер, что ли? Хочешь поржать у тебя? Зелен... А, нет, стоять... Райс мидер? Получается... Райс... Зелен мид! А у них леса нету. Подожди, да. А кто у... А кто у них? Мне еще один не подключен. У них нету леса. У них Райс, Нами, Дрейвен, Хеймердингер и Зелен. Хеймердингер? Да. Ну вон, Снегмердингер. Глубинные Нами. Леха, они твой скин спиздили, убей их. Ёб твою ж мать, это шо за хуйня такая? Нет, господи, скажите, что Зилиан мид, мне будет проще против него стоять. Я знаю его радиусы, я его знаю все спелы наизусть. Скажите, что... Да, может, ты против него легко выстоишь. Да, правильно, я выучил его все спелы. Блять, мне чё, с Галио, что ли, все время пасти, блять? Да. Ща посмотрим, может, даже на буду этот Зилиан пойдет. Пожалуйста, скажите, что Хеймердингер идет на мид. Точнее, не идет на мид. Кстати, Леха, я сегодня... меня что-то глюкануло мить. Леха, я сегодня почти 1000 АП собрал против ботов. Правда. Блять, какой нахуй этот... Достижение, блядь. Ну, без шляпы Рвадона. Я пикселизируюсь. А слабо тебе в этой катке достичь 2000 без шапки Рабадона, а? 2000? 2000? Ты серьезно? Привет. Ладно. Чё-то мне вообще мандраж такой жестокий. Стоп, Галя уже пришел. Хули я тут стою? Галео, Лео, у Галио аж 1% критического шанса, критического удара, блядь. Аж 1, сука, процент. Знаешь, как будет обидно врагам, когда этот 1% прокнет. Слышь, прикинь, просто этот 1%, и он все время критует. Ну так в доте, если, блин, это... Как её звать-то, блин? Фантом... Сука! Я забыл. Фантом Лайнсер. Фантомка, короче. Сука, уйди нахуй! Против меня мид разрешено стоять максимум в игру. Точнее, нет, минимум в игру. Не, ну вообще... Да уйди нахуй! Что-то он дерзкий какой-то, я гляжу. Кто? Райс. Райс борзый такой. Слышь, ты меня нафиг, братан, я тебе пиздюлей-то выдам.
А, стоп, у них же нет пилы. А я что-то уже готовился к гангу первому. А, точно, у меня же два леса. Ой, тебе лысый. Не-не-не, он у меня бритый. Так он, так а лысый и бритый, это не одно и то же. Нет. Хрен тебе, дельфин, и меня пьют. Хотя бы не надо будет бояться насчет гангов. Ага, насчет гангов то как раз бояться нужно. Потому что это шлёха. Э, в смысле, он меня хочет заставить? Э, в смысле, мы ФБ? Да мне ФБ хотят пролить! Сука. Ну восстановись. Фух. Идите нахуй. Этот раз дерзкий, Лёв. Он не хочет дать мне нафидиться. Сука. Блять, Лёха, ну ты... Репорт Илье не прикрыл. В смысле? Я вот тут вот... Я в ОХП был. Не оправдывайся. Это не оправдание, это чистый воды правда. Это чистой воды пиздёж. Союзник убит. Я жив, гад. И тот бит. А, не. Тоби хунатика из города. Слышь, ты охренел? Слышь, он что-то слишком дерзко играет. Так, мы с ней клинок уничтоженного короля закупаем. Влад, ну, гангаешь как... мне, окей? У меня дерзкий райд. У него стан более, так скажем, хороший, чем мой. Да подожди, у меня сейчас вообще важнее проблемы. Я думаю сейчас, как Кугмау закупать-то теперь. Как обычного крыть? Раньше его и в криты качал его, урон качал. Знаешь, какой там вообще дикий дамаг был? Когда это пофиксили, блин, это вообще неинтересно стало. А, Лёх, кстати, у него есть отсылочка к Варкрафту из фраз. У кого? У выигра, босса. Нужно больше золота и потрачено. Вообще это просто отсылка к многим играм. Не, ну нужно больше золота, это как-то больше ассоциируется всегда с Warcraft. Так, я не тебе дельфин. Ганг завершён. С особой жестокостью. Ах ты ж скотина. Блин. Я твой самый страшный кошмар. Так. Не, ну ганг был, все нормально. Не было гангов. А кто у нас один раз умер? Интерес. Я. А, извиняюсь, я не заметил. Я сделал первую кровь. Да. Таша, у Влада смерти нету, не считай. Я ходячий апокалипсис. Апокалипсис сегодня, да, Лев? Типа того. Давай. Винил! Сволочь. Не, ну мне больше нравится прикалывать его это. Над ним это, когда он. Сука, что за хуйня? Пушим. Блять, я там просто хожу и формлюсь. Да блядь, это ёпту мать. Так.
Ай, блин! Сука, сука. Э, там кот, что ли? Блин. Блин. Кот, что ли, где-то? Блин. В каком смысле кот видит? Да рядом кот, кажется, прошу, суки. Ну, блядь, сижу так. Бля, о богу, кто-то... Ах ты, сука! Самое интересное, то что... Блин, сука, не ожидал. Топ очень даже неплохо справляется. В две... Ну, ему все-таки... И фарму больше, а им же на двоих надо фарм. Ну, так-то, ну так. А, Зелен идет, походу, пошел как сап. Да, Зелен ну, идет да. Как сап. Кому еще делать? А ему и делать нечего больше, так скажу. Не хотел отдавать соло топ, да. Сука. Сука, твоей башни пиздец будет. Так, у Райза ульты нет, Лёх, если что. Он что, проебал её? Да. Как он меня забрал. А. Вот я не ожидал, что он ультанет под моим станом. Ну он ультовать там может, в принципе, под станами. Меня вылетает. Чего? Влад! Чё? Ты серьезно? Чё серьезно? Что у тебя вылетает? Не-не-не, всё, перестало вылетать. В смысле, у тебя летел и не долетел, что ли? Игра, короче, бац, у меня, короче, игра сворачивается и ВК открывается. Вот и все. Ганг топ усовершен. Моя месть! Конечно, не свершилась, но звучит-то. Реально? Сука, у тебя маны ноль. Тоби пизда. Следуй за моим мечом. Я бы сбил телепорт. Там что, там? Да пока. В смысле? Да! Ультанул и убил, что ли? Нет, я в него ультанул, не добил, такой подхожу первым. Я твой самый страшный кошмар. Я... Ой, моя. Все, теперь ботиночки. А, то есть у них у всех, кроме нами и этого, и Райза есть телепорт, ясно. Да. К сожалению, Райз меня пытается не фидить. Ну, к сожалению, ты пытаешься его фидить. Следуй за моим мечом. Не пытаюсь. Конечно. Так, я Драга забираю. Ага. What the фига? Чё... Чё на ступе сейчас всосал так? Ты ж, сука, ты страх меня. Так. Киря, привет еще раз. Мне скучно стало. Да Леха! Ганг совершен! Спасибо.
Давай им пропушим башню, Лёх. А я чё припёрся-то? Помочь своему другу! Да. С которым ты до сих пор не завершил отстой, кстати говоря, да. Мы с тобой его начать начали, а сколько мы его не заканчивали. Два года. Да. И я понял, что я, блядь, не то все время вкачивал. Я вкачивал первый, а надо было третий. Не по-пацански, это не по-пацански. Да, это ты сейчас Лёхе или мне? Союзник. Или обоим? Хеймердингер, 104 урона магического. Лёха, он опасен! Беги! Действительно. Так, я его попробую грохнуть, что ли. Он в кустах, Лёх. Вижу. Кириан убивает, это ж плохо. Ты не уйдешь? Ну? Да блин, ну пофигу, не... Спасибо! Нет, Лёха! Да нормально, у меня без... Лёх, куда бессмертие делось? Я требую пересчёта, алё, блин! А, точно, точно. Спасибо! Алё! Почему, блядь, вражеская эта хуйня, блядь, то же самое делает, она выживает, а какого хуя я, блядь, не выжил? Алё, блядь. Не, попросишь потом СС, а хуй. Алё, у меня башня пропушена, сучонок, заткнись. Башни нету, СС где? СС-а нету. Лёха, проблема. Вот да! Вот это что? Где сад? Вот! Вот это что? Вот это что? Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Я родился, но не пригодился. Сказал вот, как. Сказал СС, когда у Влада появился, да? Блять, вот я не знаю, откуда урон у Триндамира появляется. Но он появляется, да? Так ярость. Нихуя. Лёха, можно по-братски синий? А его нет еще. Он через. Но можно будет. Его! Конечно же, с ним поговорить можно! Ёб твою ж мать! Илья, хры кричать. Мне можно, кинись. Не, тут, блин, просто пришли и топ, и вот, и мир. Ну топ, кстати говоря, и не пришел, это бот. Извиняюсь, бот. Давайте договоримся. Я знаю доктора одного хорошего, он умеет договариваться. Да, Лёх? Нет. Чего? Лепса. Эй, уйдите нафиг. Я умею договариваться. Илья синий нужен. Да. Лёха! Так. Союзник убит. Давай. Союзник убит. Чё так? Убит. Алё, а чё у вас на боте такое? Илья, застанешь? Ну, стан был. Блин. Блять. Одну секунду. Нахрен я начал крутиться. Лёха, ты там далеко? Очень. Это новый. Но я топу хочу гангануть. Ну я тоже хотел бы гангануть топу. Блин, сука. Так, ну она не ведет, лучше шляпу Рабадона собрать и не выделяться. Я не Лёха, поэтому я могу собрать шляпу Рабадона. Все. Лёха не выполнился. Отгангани миду, Лёха! Влад!
На 8 лет тебя посадят сейчас, Киря. Ваша башня да вот, вот-вот попросишь ты потом помощи. Да, просил. Не просил ты помощи, ты просто пикал. Блять! Вот это нахуй скачок у меня был. Там сзади, Лёха. Не туда ты, блядь, проюзал меня. Я увидел, Лёх. Я понял, что стан не туда, но я все-таки заметил. Ну все равно, блядь, мог бы Влада спасти. Да, это я. Полезный мальчик. Был с утра. Педофил, правда, был, но ладно. Помним, любим, скорбим, да, вот. Типа того. Так, надо этого кренделя с бота как-то. Дай ускорение. Блин, ну ладно. Хотя бы что-то, как говорится. Лёх, пошли на дорогу, пошли на дорогу. Хотя это все успеет. Блять, я хотел как бы криты набрать. А. Ну ладно. Вон, набери на нем крипы, Лёх. Да забей уже. Вот. Крабика забери. ХП тебе нужно же. Так, теперь на топ перебираемся. Надо будет броньки собрать, наверное. Будет резня. Они ушли. Лёха, мид. Охуенно, они ушли. Слушай, Лёх, сейчас была отсылка к этому, к Рованам. Знаешь же эту хрень-то? А еще там можно грабить караван или как-то так. Помнишь? Нельзя ультовать. Ульт... Знаешь, как это... Друзья по Battlefield там на серве играли, и там админы в друзьях. Банил... Там все запрещал просто так. Нельзя, нельзя. Бан, бан, бан. Действительно. Нельзя ставить. Ой. Нельзя ставить Кугмаву в мид, да? Бан. Ой, 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 я один. Так, я и мид пропушу пока что. Ну чё, да? Я думаю, так. Плохо. Лёха, ол хп шли. А. Красава, Лёх. Ай, блин, это не наш дрейв. Блять! Всё-таки, сука, скачок использовал, козёл. Я такой смотрю ульт Дрейвен, думаю, а, это ж наш, класс. Как же, блять, он нужно ультанул. Кто? Ну, угадай, кто, блядь. Дрейвен или кто? Не. А. Галю. А. Может, вы что-то пропушите, нет?
Да пушите топ, я тут. А, блин, Лёха. А хотя это... нет, лучше тогда. А, что? Мне этот, как его? Магический вампирец нужен этот, как его, блин, называют, как премию. Штык хихстековый. Да, 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 вот его. А у тебя сколько АП сейчас? 435. Нет. Ну сейчас будет. Ты слишком сейчас страдаешь, поэтому папа тебе хих. Не, его собирать вообще. Ну вообще можно как бы собрать войну. Красавчик, вот. Ну, ладно, выиграем. Да, блядь, сука, нахуй. Ненавижу эти стены, блядь, они такие поганые, ёптя. Так, да, будаю правильно, а. Тут где-то было. Ой, на, им ты один на топе пропушить и все. Там дрейвен, да. Это там не топе дрейвен. Там все, что можно. А, там никого. Ай, блин, как он меня заметил? Как пожелаешь. Такс. А! Ай, блин. Хочу, блядь. Так, нихуя. Че-то хочу. Dream Dummy. Учитывая мое количество хп, я лучше прям до базы дойду. Только что потеряю время. Надо как ульта джинкс, которой нету. Ага. Тут есть у... Если бы был этот... Как его? Лёха, напомни. А, карту. А мне куда? Офигеть был. Да, хочешь прикол? Я как... Блядь! Блядь! Нахрен я... Если бы я случайно ульту бы не проюзал бы... Я бы я выжил. А я ее случайно проюзал, не в тот момент, и, блядь, слился. Ах ты ж скотина. Ну, покажу прям. А. Так, я сейчас, я сейчас воскрешусь и на драго иду. Mm? Воскресну, на драго иду. Не, это я тут просто... Ну, я понял. Так, чё там? Там рай... Это не райс. О, райс. Райс у меня тут, спокойствие. Ну, он тогда я сейчас с леса подойду, помогу тебе его забрать. Ты его, главное, не пугай, сука. Блин. Блять, ну сказал, не пугай его, ёпта, лёй. В смысле, я... Блин. Все-таки сдох я от его. Козел. Сказал, не пугай ты его, блин. Ты его испугал. Ты меня испугал. Пожизненно. Лёх, лет строгача. У нас есть тут 8 лет строгача. Войнот, да. А чё Влад молчит? А, да мне просто нехуй делать. Да, всё, всё, всё нормально, так главное надо съесть, да, Лёш? Ну, пожрать-то надо. Голод не тётька. Голод дядька. Но это не точно. Так. Ну, давай! Блять, я опять галю ульту, хуй пойми как, ёбана. Так у него ульта-то только на союзников.
Знаешь, он когда союзник прям рядом, и он начинает ультовать. Причем врагов по нулям. Вот это вообще ульта от бога, понимаешь? Да, вот это пиздец нахуй. Ладно, так вот. Тихо, тихо. Вейгар точно не пошел на бог. О! У меня такая дебильная идея образовалась. Чего? Я разгинсу. Ты чё? Ты шо? Ты шо? Рыжий, я разгинсу. Конечно, я не знаю, кто собирает на Триндамира, я разгинсу. Вот как тупо немного, там лучше криты. Блин, сколько? Ну, да. Лёха, я тут как-то видео смотрел, одно. Там просто столько стаков на выигре набили. Я тебе советую съёбывать. А чё там? Это минимум четверо. Минимум, да. Максимум. Уже максимум. Ну. Как пожелаешь. Засейви его, нет. Они убили Влада. Влад, ну ты живой, ну куда ты пошел? Нет. Я не дал эйс. Извини его. Я эйс сделал, тупой. Ой, погоди, стоп. А, мне опыт дали, спасибо. Так, тихо. Все нормально. Пушим мид, блядь. Ваша команда уничтожила башню. Так, сейчас. Нет, нужно еще денег. Леха, нет! Блядь, я ульту не проюзал! Как Дрейвен так себе сосет, блядь, жестоко. Я просто ульту не проюзал, блядь. Оно. Я его не увидел поначалу. Капец. Было бы весело, если бы она была как пассивка. Это было бы очень кричить, я думаю, да, Лёха? Ну, местами да, местами нет. Местами да, то что, блядь, это во время битвы тебе просто похер, то что тебя бьют. Сколько там? 5 секунд. Нет, именно как пассивка только все активировалась. Ну я говорю. То что ты. У тебя ты просто лоу хп, блядь, тебе похуй просто, знаешь. Я же сказал. Так, теперь можно хикстековый штеп. Да собирай, если хочешь. Да, сейчас думаю. Либо Репорт можно и... поклон лорда Доминика, чтобы либо можно же это самое. Я такой почти... думаю, так, а чё, при чем тут Вейгар и поклон лорда Доминика? Потом ты понимаешь, что это Владу его Кузмау. А, вообще капец, я мощно на Кузмау. Помню, как я им за него играл, не тащил. Нееее, он меня со стилем крипа. Так, я знаю, что там пипец. Так. Это, блядь, Лёха. Что? Гомаш. Да хрен тебе. В смысле? Погнали. На драку. Why not? Давайте, я начинаю, вы присоединяйтесь. Ну куда ты ближе идешь? Все. И даже никто не подумал, что мы идем на этого, на барона. Ну пардон, блин, когда им надо дефать, я думаю, они навряд ли подумают, что кто-то куда-то пойдет. Не, ну думать-то они думали, ну не предполагали, знаешь, да? Думать ты бы, думать-то мы умеем, но предполагать туго.
Сейчас Гинсу соберу. Все. Так. Есть Гинсу. Леха, можно синий? Спасибо. Да. Все, заточка статиком. И нормально. Все, можно. Такой, можно синий? Леха еще не дал ответа. Спасибо. Давай дракошу забираем и пиздуем нахуй ее всех всех. Ну пофигу, что Саша. А. Леха, у них там все пропушено. Ой, это я, наверное, не знаю. Ну ладно, пофиг. Да, да блин. Серия убийств. А добивай. Не убил! Я. Блин. Не, пожалуйста. Ну было весело. Вообще, трендомир говно, честно скажу. Это слишком балансная хуйня. Ура! Дали, дали фрагмент ключа. Нет, трендомир слишком балансная херня. Я согласен. Может, тебя баншот... Давай все вакнем Зилио. Зилиана. Кстати, все равно. Ну, наш.